Стоп! Иди сюда! А ты смотри, ты... Ёхан, иди по бабам. Сын у тебя появился. Извините, пожалуйста, Стёпа у нас не по бабам. Не по бабам, Стёпа. Ты куда опять уходишь? Стёп, смотри. Тебя опять по... Да ты заколеб... Стёпу опять по телеку показывают. Это с прошлой серии. Это с прошлой серии. Моему возвращению, да. Если кто-то не знает, я... Эдуардо Перециано. Не узнал? Эдуардо Перециано. Стёпа! Невкусная сигара. Алло? Хрю. Это пранк? Это пранк. Хрю. Слушай, ты свинка Пеппа недоделанная. Это ты ко мне... Подождите. Мне звонил Эдисон. Это номер Эдисона. Алло? Хрю. Ты чё, дебил мелкий, ты не издеваешься надо мной, что? Похоже, у этого вашего Эдисона опять какие-то проблемы. И он, наверное, в психушку там загремел, и сейчас мне звонит и хрюкает. Я даже не успел представить, то, что я самый величайший детектив на этой планете. Стёпа! Сейчас, подожди. Я заберу вот это. Я уже досмотрел приключения этой Лунтика. Приключения Лунтика. Все, мне уже телевизор не нужен. Стёпа, хватит со своим небрачным сыном играть. Потопали. У нас большие проблемы. Ёханы ты, бабай. Да у вас здесь прям тусовка. Смотрите, сколько Стёп. Здорово. А я не успел представиться. Я чувствую. Прям чувай. Стёпа, не надо купаться. Я прям чувствую то, что кто-то до сих пор не верит. То, что, мол, я самый величайший детектив на этой планете. В первую очередь, посмотри, какая у меня сигара. Такая сигара только у Шерлока Холмса есть, да. А во вторую очередь... Ладно, я опять раскрою твой небольшой секрет, чтобы ты мне поверил, что... Я самый большой детектив на этой планете. Маленький секрет, который я подсмотрел у тебя, короче. Я помню тот день, когда ты вспотел. То или там после физкультуры, или просто когда там гулял на улице с кем-то, да? И тебе просто было любопытно понюхать свою подмышку, пахнет ли она ботом или нет. Ну я помню, да, ну не да, правда, вот ты так сделал. Типа, знаешь, вот плечом почесал себе нос, типа... А на самом деле ты подмыху нюхал. Ну не надо оправдываться, но такое у всех было. У меня даже такое было. А у тебя-то вообще 100%. И ты до сих пор мне не веришь, что я лучший сыщик на этой планете? Конечно. Стёпа, гуляй здесь, только не возвращайся к своему сыну. Он не твой сын, тебя обманывают. Там какая-то ослиха забеременела, не от тебя. Тебе говорит то, что это твой сын. Господи. Мазафакер, ты дома? Открывай, ядрить колотить. Алло! Алло! Свинка Пеппа, ты дома? Ладно, зайдем так. Дверь открыта? Открыта. Если дома дверь открыта, значит вас там кто-то ждет. Народная мудрость. Так, телек, нужно вернуть. Приключения Лунтика закончились. Все, я обещал то, что я верну, я вернул. Эдуардо Перециано благородный человек, благородный, он никогда никого не обманывал. Где вот этот, которого там Эдисоном называют? Эдисон! Где? О, нет, там мышь. Мышь нам не нужна. Эдисон! О, да здорово, перчик. Чё, труп убрали уже, наконец, закопали? Ну, давно пора. Он уже тут разлагается, уже воняет где-то недели две. Где хозяин твой этот, обморозок, пописяка? Нет, перчик, давай ты за мной пойдешь, а? Гав-гав, вот и тебе гав-гав. Сколько здесь можно сидеть? Твой хозяин тебя, походу, вообще не кормит. Давай за мной. Перчик, давай сюда. Перчик, давай, пошли. Где этот ваш Эдисон? А я не могу его найти. Упал, небось, куда? Ладно. Может, здесь у вас... Перчик... Хрю. У меня сразу очень много вопросов, перчик. Почему ты на заднице катаешься и полы подметаешь? Это раз. А во второе... Вы новое домашнее животное завели, да?
Да здорово, Хрю. Наверное, хозяину с тобой скучно достало, Хрю, Хрюша. Ёшкины матрёшки, вы только посмотрите, как её плющит. Свиночка, свинюха, в тебя случайно демон не вселился? Вы посмотрите на её бошку. Слушай, у тебя башка случайно не кружится, а? Смотри, смотри, как её типает. Ладно, пошли, свинка, с нами, пошли. Свинка, свинка, ты можешь пройти? Проходи. Ёханый ты, бабай. Ща мы тебя пропустим, ща, подожди. А, у меня ж топор есть. Опа, проходи, свинка. Ядрить колотить, а да я в мир животных какой-то попал. У нас перчик, у нас свинюха. Свинюха, пошли искать хозяина твоего. Может, он вышел куда-то на улицу. Опа, здесь Степан, это ты? Едисан! Едисан! Ты смотри, это... Слышь ты, чебурек с глазами! Тебе что, жить надоелось, сатана недоделанный? Ты посмотрите на него, как его колобастит! Хрю, так где сигара? Короче, свинка! Я надеюсь, Едисан не будет против. Ты себе, Хрюша, не слишком много позволяешь? Ты что, меня, я себе голову чуть... А, ну ладно, хорошо. Хорошо, надеюсь, твой хозяин не будет против. Сейчас подожди, я знаю то, что у Едисона здесь в подвале кое-что есть интересное. Ну, кроме трупаков грабителей, естественно. Он здесь спрятал. Ага, ага. Вот так вот. Ага. Хрюша! Хрюша! Сюда. Подойди, пожалуйста, Хрюша. Так, сейчас, подожди. Закинем мы в гриль уголёчек. Подожжём мы... Уголёчек, поджигайся. Короче, сало ходячее. Хрю-хрю. Ножичек-то у меня заточен. Подойди сюда, Хрюшечка. Подойди, миленько, подойди. Сейчас мы и шашлычок, и кебаб Вася заварганим. И все, что... Хрю, конечно, хрю. Подойди сюда. Подойди сюда, Срюха. Срюха. Ща мы сало-то нарубим. Опа! Иди, не. А зачем нужно было меня сталкивать? Иди сюда, Хрюха. Откуда мы в первую очередь сало достанем? Может, Хрю, стой! Дива Мария, Пречистая Богородица, мать моя женщина, батя мой отец, зажигалку. Тринь! В смысле, Хрю, стой? Это я, Хрю. Это ты, Хрю, я знаю, что ты Хрю. Сигарета просроченная, что ли, или что, или что, или как? Хрю Едисон. Я не Едисон, Эдуардо Перетяну. Разрешите представиться. А лучший детектив на этой... Да чего я дожил, то, что я перед свинями представляюсь? Свинка Пеппа, я ничего не понимаю. Я Едисон, Хрю. А я Катя, баба Эдисона. В смысле ты Эдит? Я ничего не понимаю. То есть, Хрюха, ты говоришь, что ты Эдисон? Меня Хрю цыганка прокляла, Хрю. Ты слышал, Перчик? Короче, Перчик, подожди. Перчик, ты вспомни, как твой хозяин, это попизяка, морила голодом тебя неделю. Ты вспомни, как он гладить тебя не хотел. Ты вспомни, как он тебя закрыл в этой комнате, чтобы ты грабителя охранял. Откуси ему сало немножко. Не смешно, Хрю, помоги. Ладно, Перчик, не надо ему ничего откусывать. Подожди, как это вообще произошло, а? Цыганка какая-то тебя прокляла в свинью. Ах ты ж мой мешочек ходячий с мясом и салом. Ах ты ж мой шашлычок с ножками, Хрюда. Ай, короче, Перчик, пошли в дом. Подожди, значит, ты Эдисон, да? Значит, он Эдисон. Ты куда идешь? Да, Хрю, иди сюда. Слушай, значит, наш мангальный пир отменяется, да? Значит, мы с тобой сало не пожарим. А у меня уже слюнки потекли. Ну давай хотя бы кусочек сала мы тебе. Чик-чирик. Ага. И меня накормим, и Перчика накормим. Нет, Хрю, ну ладно. Перчик, облом, извини, пожалуйста. В следующий раз как-то.
А я-то думаю, кто меня в яму столкнул? Это не Эдисон, это Хруха, походу. Давай, давай за мной, Хруха, пошли. Значит, пришла какая-то цыганка. А-а-а, это цыганка, это Абдулия Ахмахметова. Я помню, я с ней очень много дел имел. Это самая жесткая цыганка, которая только существует. Она по одному щелчку пальца, бум! Может из тебя куриный бульон сделать, а не то, что свинью. А, подожди, знаю, ну если ты свинья, ну значит я тогда могу забрать, да, телевизор? Ну, помоги, Хруща, подожди. Свинья же телек не смотрит. А я-то досмотрел приключения Лунтика, у меня там еще приключения фиксиков остались, вот. Я досмотрю приключения фиксиков, да? Ну ладно тебе тут, удачи, удачи. Забирай перчика, я потопал, ладно, хорошо тебе здесь пожить, да? Удачи. Ядрать кулачить-то! Ну я же не могу его просто так оставить, ну его же превратили в свинюху. Ну я же уже не настолько бессердечный крендель, чтобы... А у тебя ж копыта, ты же их не можешь открыть. Ну ладно. Опа, пошли. Пошли. Пошли давай! Цыганка превратила моего братишкина в хрюху. Цыганке-то мы отомстим, но сначала нужно тебя человеком сделать. У меня есть противоядие, у меня есть зелье. Эдуардо Перетяна и не с такой фигней встречался. Ты прикинь, эта цыганка, я с ней, короче, в 98-м тоже дела имел. Жесткая цыганка была. Ты прикинь, кого она меня превратила? В жопу скунца. Ты-то хотя бы полноценное животное, я прикинь, жопой скунца был. Стёпа. Ой, ладно. Я даже вот из жопы выкарабкался, поэтому и свинюхи мы тебя точно превратим в нормального, ну, ненормального, ты же все же Майнкрафт снимаешь. Ну, короче, хотя бы в получеловека. Ладно, потопали, свинюха. Путь нам предстоит не близкий. Если ты спросишь, куда мы отправляемся, в Жопосранск. Если кто-то не знает, что это за город, лучше вам даже его не знать. Самый преступный и криминальный город на этой планете. Ой, надо кофеечком запить. Реально просто в мире животных. Ладно, все, осел, свинья, бременские музыканты просто. За приключением, сыновья мои, за приключением, Жопосранск. Ничего не меняется. Как была здесь преступность, так и все и осталось. Где мой домичек? Я год здесь не был. Все покрылось паутиной. Все заросло лианами. Подожди, Степа. Но я зайду в свой дом. Найду зелья и вылечу эту свинку Пеппу Эдисона. А вы держите кулачки, чтобы у нас все получилось. Раз. Два. Три. Здорово, мазафакеры!